10 ноября 1995 года, значит, в начале Русской Православной Церкви были даны 10 вопросов правительственной комиссии РФ, да, по найденным от Екатеринбургским останкам. Есть ответы этой правительственной комиссии, значит, уже возглавляемой Немцовым на 1997 год. И, соответственно, некто Соловьев, который вел уже это уголовное дело по найденным им, вернее, значит, на территории Поросенкова лога, да, останки, ну, будем называть их Екатеринбургские останки. Да? Вот, значит, и, соответственно, я буду задавать вопрос, да, и тут же будет дан, как бы дан ответ и мой комментарий. Вот так по 10 вопросам. Это как бы я ход, да, построения доклада. Значит, соответственно, первый вопрос, значит, от проведения стоматологической экспертизы. Что отвечает, да, Соловьев? Значит, в рамках экспертной комиссии создана специальная группа, состоящая из ведущих стоматологов, в основном профессоров и преподавателей Московского стоматологического института, а также антропологов, специализирующихся по теме определения признаков зубов. На сегодня исследования стоматологов и антропологов находятся в заключительной стадии. Заключение группой должно быть подписано 16 января 1998 года. Мнения стоматологов разошлись, но они склоняются к тому, что зубы могли принадлежать одной из великих княжон, как они считают. Вероятнее всего, Анастасии, скелет номер 6. Их всего 9 найдено, да, как мы помним, а не 11. Одновременно проводятся генетические исследования одного из этих зубов. То есть, видите, мнения разошлись, они сами это признают, и при этом, значит, почему-то относят это именно к царственным мученикам, ну, вернее, от к останкам царственных мучеников. Дальше есть от экспертизы профессора, доктора судебно-медицинской от экспертизы Попова, значит, из Петербурга, значит, тоже профессора Звягина, Рогаева, которые, значит, это в своих исследованиях, да, упоминали, что в 1991 году, когда Авдонин, да, некто доктор геолога минералогических наук, собственно говоря, написал заявление в прокуратуру Свердловской области о нахождении этих екатеринбургских останков, значит, потом они 11-13 июля провели эксгумацию, вот. Но у меня есть описание, в каких условиях это все происходило, вот. Там нарушены вообще все и методология, да, и криминалистические условия, все, так сказать, с нарушением всех условий. Вот. И мало того, профессор Попов пишет об этом. Он написал собственную книгу «Где вы, ваше величество?», когда он исследовал все это, да, эти, так сказать, останки. Вот. Он пишет о том, что такой давности, если они приписывают, да, эти останки именно царской семье, вот, то там больше 70 лет, да, давность нахождения, значит, просто нахождение на воздухе этих останков, они от этого уже разрушаются. Не говоря о том, что их трогали, да, то есть наносили им ущерб. Мало того, это в 79 году, когда, значит, тот же самый Авдонин и Гелий Рябов, кинорежиссер, да, но по совместительству еще и полковник МВД, ну вот, и, собственно говоря, при тогдашнем министре МВД СССР Щелокове только сделать, это иначе кто бы позволил обычному там от рядовому обывателю, да, копать, так сказать, тем более такое место. Так вот, Рябов делал, значит, копии с 3 черепов. Вот, да? И, значит, для этого они привозили несколько килограмм формопласта. То есть вы понимаете, что если в 79 году было такое воздействие на эти черепа, да, то что было потом в 91-м? И что после того, как их, даже если не их самих, а только их костные, значит, а только их, значит, части останков, да, отвозили на экспертизу в Англию, в Америку. Вот. Причем, значит, есть же мнение о том, что те же судебные медэксперты наши отечественные говорят, а зачем их возили в Англию, в Америку, когда у нас есть соответствующее оборудование, ну, мы не меньшие специалисты в этом все. Зачем было отвозить туда и сравнивать с там Филиппом Британским, да, где там родство 4-5 колена. Когда, значит, в 89 году была создана российская зарубежная экспертная комиссия по расследованию, значит, от Российского императорского дома, да, от нахождения останков.
И она предлагала, значит, в 93 году, да, пожалуйста, у нас, мы можем предоставить, значит, там частицу от доставшей государыни Марии Федоровны, да, значит, Тихон Николаевич Куликовский-Романов как раз оставил свою кровь для того, чтобы слечить ее с этими останками. Вот. Но, так сказать, это было проигнорировано, по сути дела. И потом, когда обратились и, в общем-то, довольно кощунственно взяли часть останков у родного брата государя, Георгия Александровича, да, умершего в 99 году в Бастумане, вот, то это тоже было, в общем говоря, не спрося никого и ничего. Дальше, второй вопрос. Полное антропологическое исследование костных останков. Профессором Звягиным совместно со специалистами в области антропологии проведено полное антропологическое исследование останков, в ходе которого все объекты описаны по различным методикам, принятым антропологами и судебными медиками. Описания приведены в соответствующие международные стандарты. В соответствии с измерениями указаны основные морфологические признаки погибших. Проверена правильность реконструкции черепов и приведенных в соответствии с этой реконструкцией фотосовмещения и пластической реконструкции. Тщательно изучены все зубы, фрагменты костной ткани, которые до этого не были отнесены к останкам определенных лиц. Практически все они разложены по конкретным скелетам. Но самое интересное, опять же, комментарии, да, теперь, что даже когда они достали в 91 году, то по есть документы, вот именно это из Гуманской, и там прямо, значит, вот местные медэксперты, которые занимались этим, которых привлекли к этому, они там четко описали, что из 9 скелетированных останков, ибо это не, от их нельзя было назвать скелетами, потому что там голова уже отделена от скелета, от, с однобельной череп от, значит, скелета, да, там конечности от позвоночника и тому подобное. Так вот, у 3 скелетированных останков отсутствовали черепа. Даже у этих екатеринбургских останков, заметим все. Потом там были такие вещи, когда Гелий Рябов почему-то посчитал, что это череп государя, а вот, потом оказалось, что это после экспертизы от судебной, что это женский череп. Понимаете, вот такие вещи, они как бы скрываются, и после этого мы задаем вопрос, а откуда череп? Третий вопрос. Снятие расхождения результатов отечественной экспертизы и заключения профессора Мейплза по вопросу идентификации останков номер 6. Это они отсчитали, что якобы это либо великая княжна Анастасия, либо Мария Николаевна. Ответ Соловьева. В ходе работы экспертная комиссия, проанализировав все данные предварительного следствия и полное антропологическое описание останков, пришла к выводу о том, что скелет номер 6 принадлежит великой княжне Анастасии. Ну, здесь, я думаю, тоже... так сказать, опять же, да, если мы доверяем следствию Николая Васильевича Соколова по особо важным делам, да, Омского окружного суда, то мы должны понимать, что, так сказать, если он не нашел никаких полных останков, да, то о какой вообще идет речь Анастасии или Марии Николаевны? Четвертый вопрос. Анализ выводов следствия правительства адмирала Колчака о полном уничтожении всей царской семьи и сопоставление результатов следствия 18-24 года. И современного следствия. То есть сравнение. Да? Ответ Соловьева. Генпрокуратура РФ совместно с директором Государственного архива Российской Федерации Мироненко Сергеем Владимировичем заканчивается работа по сравнительному исследованию документов следственного дела Наметкина Сергеева Соколова и данных, изложенных в документах, оставленных участниками убийства и захоронения, а также материалов следствия 91-97 годов. Проведена их компьютерная обработка и сейчас составляется соответствующий документ. На сегодня каких-либо данных, существенно не совпадающих с материалами следствия, организованного правительством Колчака, не имеется. Интересный ответ. Тем более, что капитан Булыгин, который был очевидцем всех этих событий, и по так сказать, заданию доставшей государыни Марии Федоровны через полсвета приехал в Сибирь к адмиралу Колчаку, а, соответственно, от Николая Алексеевича Соколову, соответственно, вот дает такой комментарий, и, собственно говоря, Соколов составил для Марии Федоровны полный отчет о том, что он нашел, вот, и чем закончилось, собственно, следствие. Вот, и вот он пишет в этом отчете.
В эти же дни, 4-6 июля по православному стилю, то есть, соответственно, это 18-20, да? Ну, там, говоря, 17-19, да. К руднику было доставлено самое меньшее 30 ведер бензина и 11 пудов серной кислоты. Заметим себе, пудов, не килограммов. Так вот, значит, какие личные вещи найдены, я не буду здесь, конечно, все перечислять, но вот драгоценности, части драгоценностей, затем части одежды, обуви и принадлежности, да, одежды и обуви, кусочки шинели, весьма напоминающие своим цветом и добротностью шинели Алексея Николаевича Царевича, да, много кусочков обгорелой обуви, причем в этих кусках обнаружено много винтиков, признающихся экспертами за принадлежность дорогой обуви благодаря их качеству. Пряжка от пояса государя императора, пряжка от пояса Алексея Николаевича, весьма индивидуальная, ну и тому подобное. Значит, как бы предметы и части их принадлежавшие августейшей семье. Вот. И, соответственно, здесь можно сказать, что все следствие, введенное Николаем Васильевичем Соколовым, он, по сути дела, ведь перехватил телеграммы большевистские, да, как раз от уральского совдепа, соответственно, к ВЦИКу, Ленину и Свердлову. Но самое интересное, что вот, кстати, очень важный вопрос вот в связи со следствием Соколова, значит, какие было, ведь наши оппоненты утверждают, что убийство царской семьи произошло по, так сказать, решению одного уральского совдепа. Ну вот документы у меня на руках, ну, понятно, копии документов. Вот такой интересный номер 22. Телеграмма председателя Уралоблсовета Белобородова в Айсборта, председателя совнаркома Ленину и председателя ВЦИК Свердлову о прибытии Николая II в Екатеринбург. Москва, 30 апреля 1918, 12 часов 55 минут. Военная вне очереди. Сегодня, 30 апреля, в 11 часов петроградского времени, я принял от комиссара Яковлева, бывшего царя Николая Романова, бывшую царицу Александру и их дочь Марию Николаевну. Все они помещены в особняке, охраняемом караулом. Ваши запросы и разъяснения телеграфируйте мне, председателю Уральского облсовета Белобородова. Подумал. Но понятно, что у нас, да, и значит, у нас, к сожалению, нет, они после себя не оставили прямых телеграмм. Да, прямых телеграмм, к сожалению, нет. Хотя Соколов упоминает об одной очень интересной телеграмме Белобородова, как раз вот того же самого Вайсборта, да, значит, главы уральского совдепа, Горбунову, это фактически был секретарь Ленина. То есть, понятно, что Ленин, так сказать, следил за содержанием царской семьи, но делал вид, опять же, да, что, так сказать, это ему неинтересно. Вот, причем есть еще здесь у меня одна интересная постановление, да, что они во время заседания в ЦИК им сообщили, что расстрелян Николай Романов, значит, а семью постигла та же участь, но при эвакуации официально. То есть получается, что то есть сначала они написали, что семья якобы эвакуирована для всех остальных, вот, но причем степень дозированности информации была такова, что даже некоторые из членов ЦИКа не знали о том, что и семья расстреляна. Вот, заметим себе этот интересный факт. Вот, так что говорить о том, что Ленин не знал о том, что Уралсовдеп принял такое решение, ну, по меньшей мере, так сказать, до самой разрешенности лжи, которую они себе позволили и позволяют до сих пор. Пятый вопрос. Экспертиза записки Юровского, так называемой, графологической, стилистической. Ответ Соловьева. Комплексная комиссионная экспертиза записки Юровского проведена в 1996 году Федеральным центром судебных экспертиз. Эксперты сделали категорический вывод о том, что текст записки был выполнен двумя лицами – Юровским и академиком Покровским, который курировал историю убийства царской семьи от Политбюро ВКПБ. Записка представляет собой объяснение, взятое Покровским и Юровского. Точно это не установлено. Она выполнена на пишущей машинке, имеет правку текста, сделанную рукой Юровского, и дописку о месте захоронения останков, выполненную Покровским. Место захоронения, указанное в записке, точно соответствует мостику из шпал, о котором писали Соколов и Дитерикс. Имеются и планы, и фотографии этого места. Но, однако, почему-то Соколов и генерал Дитерикс не, так сказать,
не настаивали на том, что это именно и есть место захоронения. Вообще, с этой запиской Покровского, который, собственно, первый марксистский историк и основатель советской историографии, о которой мы тут уже как-то говорили, о том, что она всю русскую историю у нас украла и сказала, что СССР из 9 века была, оказывается. Но самое интересное, что есть же ведь три варианта записки Юровского. Есть 20-го года, есть его воспоминания 22-го года, и есть его рассказ как раз большевистским деятелям о участии в цареубийстве, собственно говоря, да, одном из главных, от 34-го года. И все они разнятся, как ни странно. Мало того, ведь остались от воспоминаний и других убийц, которые, они оставили свои воспоминания. Никулин, Родзинский, как похож на писателя Родзинского. Да? Они пишут это очень... И Ермаков, конечно. Петр Ермаков, который, собственно говоря, был военным комиссаром. Он вообще пишет о том, что все трупы были... таблица от серной кислоты и сожжена. То есть, если Юровский пишет только о двух, да, то Ермаков пишет, что все. Соответственно, Медведев-Кудрин, это второй Медведев, был еще Павел Медведев, а там, среди расстрельщиков, пишет о том, что было сожжено то ли 5, то ли 6 трупов. Но тогда о каких от екатеринбургских останках может идти речь? Если... собственно говоря, они ссылаются, да, на... И кому из них верить вообще? То есть, видите, разброс очень серьезный. Дальше, шестой вопрос. Проведение экспертизы относительно костной мозоли на черепе номер 4, они его, приписывают государю мучу. Ответ Соловьева. Исследование так называемой костной мозоли на черепе номер 4 закончено. Эксперты пришли к выводу о том, что при условиях указанных заключений лейб-медиков, оказывавших медицинскую помощь Николаю Романову в 1891 году при ударе саблей, да, мы помним, непосредственно после получения повреждений была срублена костная пластинка размерами 20 на 2 мм, толщиной в лист пищи и бумаги. Костная мозоль образоваться не могла. Следы повреждений при таком ранении на черепе сохраниться не могли, поскольку верхние слои черепа уничтожены в результате воздействия агрессивной среды, возможно, серной кислоты. Ну, во-первых, что можно здесь прокомментировать? Мы имеем дело, собственно говоря, с, опять же, подлогом, да, потому что если, я уже говорил, что когда Рябов то ли откопал в 79-м году и взял три черепа, то ли заложил их туда. Почему бы и нет? Это, собственно говоря, если верить следствию Соколова, то получается, останков-то не было. Они были все сожжены и облиты серной кислотой, и разъедены. Соответственно, откуда взялись эти 9? Все четко. Шестой вопрос, да? Нет, седьмой. Выяснение судьбы останков наследника Алексея Николаевича и его сестры. Ответ Соловьев. Каких-либо новых данных о судьбе останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии не имеется. Сохранившиеся документы, в которых участники уничтожения трупов описывают события, говорят о том, что останки Алексея Николаевича и Марии Николаевны были сожжены. Место, где покоятся, возможно, уцелевшие фрагменты, не установлено. Хотя институтом истории и археологии Урала проводились раскопки на Большой площади. Но, как мы помним, после 98 года, после этого захоронения мнимых останков, лет через 10-12 они там что-то такое начали говорить о том, что они нашли еще два недостающих скелета. Но мы же понимаем, откуда они. Откуда, если сам же Юровский пишет, что двоих мы сожгли. Восьмой вопрос. Заключение возможности полного уничтожения двух трупов. Вот количество дров, керосина, кислоты, времени и других условий. Ответ Соловьева. Исследование закончено. Данные свидетельствуют о том, что при условиях, в которых производилось уничтожение трупов,
невозможно было полностью уничтожить остатки, используя серную кислоту и горючие материалы, указанные в следственном деле Соколова и в воспоминаниях участников событий. Но вот историк Лыкова, которая работает в ГАРФе, она 10 лет назад написала книгу, очень интересную как раз по поводу, где она провела историографический и источниковедческий анализ вообще вот всех материалов и соколовских, и этих вот, четырех созывов этой правительственной комиссии. Вот, и делает такой интересный вывод, что можно одномоментно сжечь останки, если сжечь их от 20 до 50 часов. Но мы знаем по следствию Соколова, что они их, собственно говоря, жгли с вечера 17-го, ну даже там где-то со дня 17 июля по день 19-го. И, соответственно, время для этого у них было достаточно. То есть, смотрите, там минимум там полтора-двое суток. Это как раз укладывается в 20-50 часов непрерывного горения. Девятый пункт. Подтверждение или опровержение ритуального характера убийства. Ответ Соловьева. Это один из самых сложных вопросов, поскольку критерий ритуального убийства никогда не существовал в российской и советской юридической практике. Тем не менее, анализ событий показывает, что, вероятнее всего, инициаторами уничтожения всех членов царской семьи были большевики Урал. С высшим органом партийной советской власти мог согласовываться только вопрос о расстреле российского императора Николая II. Обстоятельства гибели семьи говорят о том, что действия лиц, причастных к непосредственному исполнению приговора, выбор места расстрела, команды, орудий убийства, место захоронения, манипуляции с трупами, определялся случайными обстоятельствами. В указанных действиях принимали участие люди различных национальностей – русские, евреи, мадьяры, латыши и другие. Так называемые каббалистические письмена не имеют аналогов в мире, и их написание трактуется произвольно, причем отбрасываются существенные детали. Например, таинственные знаки на окне публикуются перевернутыми, игнорируется то, что рядом теми же чернилами написаны столбцы цифр и вычисления. Соответствующая справка по этому поводу будет подготовлена следствием. Это вот на 98-й год ответ. Комментарии, да? Ну, что здесь скажешь? Конечно, они будут делать все, чтобы скрыть ритуальный характер, ибо они же понимали, что... Но я думаю, что, Ленин-то понимал, что со свержением императора, да, его миропомазание на царство никуда не уходит. И расстреливали, и уничтожали они именно бывшего, даже не бывшего, а настоящего императора. Это, кстати, по поводу этого пытался когда-то Богослов Карташов, когда его был, в минуту такой уже падения нравственного полного, он пытался, найти чин именно как раз, снятие, да, этого миропомазанничества императора. Но, слава Богу, этого не произошло. По поводу, мы понимаем, что две эти надписи, да, найденные Соколовым на стене этой комнаты расстрельной, вполне свидетельствует о ритуальном характере. И то, что там написано, «Белый царь», здесь приговор тайных сил, убит белый царь, глава русского народа, о чем извещаются все народы. Да? И так и баллистическая надпись, вполне. И даже здесь не очень важно, кто это совершал, Вайнер Войтов ли, или, по некоторым данным, это был латыш Свикке, который пользовался псевдонимом Родионов. И, кстати говоря, вез всю остальную семью из Тобольска в Екатеринбург, то есть помимо государя, государыни и Марии Николаевны. Десятый вопрос. Подтверждение или опровержение свидетельства отчленения головы Николая II сразу после убийства? Ответ Соловьева. Судебно-медицинскими экспертами сделаны однозначные выводы по поводу того, что тела находились в захоронении с 18 года в неизменном состоянии. До вскрытия захоронения Рябовым и Авдониным в 79 году, которые изъяли оттуда черепа великих княжон Ольги и Анастасии и служанки Демидовой. Останки Николая II и императрицы Александры Федоровны оказались непотревожены. В ходе дополнительного антропологического исследования проверено соответствие позвонков каждому из черепов и остальных костей скелета, отсутствующих позвонков шейного отдела позвоночника, не имеется, равно как и данных, свидетельствующих об отчленении головы. Здесь
можно сослаться на опять же, комментарий, да, на книгу генерала Литерикса, который как раз в ней проводит такое серьезное, можно сказать, исследование. Дело в том, что не было найдено зубов, как известно, от соколов, да, соответственно, где. Да, все. Ну и таким образом можно сказать, что и что увозил Голощекин Ленину и Свердлову в трех ящиках? Не три ли головы государя, императрицы и наследника? Благодарю за внимание.